С вами маг-чародей Антон Чалей. И сегодня мы поиграем в продолжение игры про Фредди. Это такая хоррор-страшилка, очень страшная. А, по-моему, тут можно выбирать какие-то режимы. Так, сейчас мы попробуем. Так, и что-то тут вообще ничего не нажимается. Не дожимается тут ничего. Так, есть тут Чика, Фредди. Тут кто-то есть еще. Короче, если нажать... А что если... Джон Сина! Ладно, короче, выберем Фредди. Начинаем игру. Ты глупый или что-то? Кот, ты готов? Готов ты? Все, он готов. Я плохо знаю английский, коллектор. Оу, так, 5 объектов нужно найти, у меня есть 46 секунд, так, создатели этой игры настолько хардкорные, что они даже не сказали, какими клавишами тут управлять. Почему так сложно? Давайте попробуем, найдем какие-то хоть клавиши. Так, подождите, я сейчас попробую, опс, я смотрел некоторые обзоры, да, я подготовился, я знаю, что... Блин, мать твою. Есть, короче, тут фонарик, только на что, блин, нажать? На что нажать, чтобы найти фонарик? Можно вот этот, может, фонарик? О, нихера себе, я взял что какую-то хрень. Я на Е нажал. На Е. Все, я обучился. Так, найдем сейчас фонарик. Я буду клацать по всем кнопкам, а вы пока подождите. 2000 years later. И мы вернулись. Не прошло ни дня. Так, и мы сейчас попробуем. Я так понял, нужно вот эти вот взять объекты, просветим. Там кто-нибудь есть, нету. Там кто-нибудь есть, нету. Наша задача, мы что-то не успели за минуту, короче, найти никакие предметы. Пробуем хоть сейчас их найти там. Ну, я смотрел, что все, кто в эту игру играл, они, ну, ни с чем не справились. Они даже не знали, что надо искать предметы какие-то. Почему так сложно? Нет! Нет, ребята! Мать твою. В наушниках это действительно страшно. Так, мы быстро, оперативно включаем фонарик. Оп, там Фредди. Давайте мы на него направим. Эй, парень. Давайте рассмотрим его поближе. Чувак, как дела у тебя? Мы такие борзы, короче. Эй, ну чё? Чё ты, а? Оп. Ну ладно, он не захотел с нами дружить, наша тактика не удалась. Настроимся. Нужно сколлектировать, блин, короче, нужно найти 5 объектов. Находим 5 объектов и все, ее пуем отсюда. Понял, что типа объект, когда он белый, то его нужно брать, короче, он четкий. О, чашка. Мне очень пригодится чашка против какого-то охереть большого монстра. Оп, кепка. О, я взял кепку, все, зашибись, я теперь чувак с чашкой и кепкой такой. О, плакат. Я взял плакат. Четко. У меня все, две вещи осталось, ребят. Мы сделаем это. Да. Так. Или не сможем. Я не нашел объекты. Мне сказали, что я не нашел. Блин, смысл игры за минуту найти какие-то объекты, это, блин, охереть, как их найти за, блин, минуту. Тут никакой, ребят, карты нет. Вот я думаю, мы ускоряемся на пробел или не ускоряемся? Не ускоряемся. Я слышу шаги, но у меня настолько херовые наушники, что я не могу понять, с какой стороны шаги эти.